мне писали до этого: Кирилл, Артик стримит 2 дня уже и ни разу не творил хуйню. А потом этот клип кидают. Пойдемте смотреть, что у нас с городом случилось. А, подожди, это парламент. Это не суд, это парламент. Угу. Так, ладно. Это типа за и против, я понял. Так, что мне не нравится? Окей. Мне не нравится, во-первых, то, что я себе парламент представлял как в «Звездных войнах». Хотя я, наверное, понял то, что каждой партии выделяется по 5 сидушек. Просто я думал то, что будут ячейки целые, где стоит каждая партия. Потому что у них голос идет не от человека. У них голос идет от партии. Одна партия дает 1 голос. А, маяк идет от партии. А, нихуя. Ну, типа, я предлагаю делать не полностью шарообразно, но вот так вот полукругом. Вот здесь выступает человек, перед ним полукругом вот эта вот шняга... Вот она, тарелка, да? Вот они вот так вот выходят, и типа... А-а-а! И вокруг тоже такие тарелки. И все. У этой тарелки есть лампочка. Над ними есть тарелка, справа от них есть тарелка. Короче, ну вот это мне не супер нравится. Ну, здесь можно проводить всякую хуйню. Но мы же от Сосити, мы же проект столица. Сделать стены, есть эти балкончики. У балкончиков есть лампочки. Сделать так, чтобы партия могла вывесить свой логотип. Допустим, сделать стандарт 3 на 2 арт, это арт партии. И там может быть что угодно. Блять, может быть нахуй, мы не будем из реальной жизни. Похуй, я видел парламент или нет. Алло, привет. У нас сервер в Майнкрафте, где творчество, блядь, должно бить ключом. А ты мне говоришь, давай сделаем скучную хуйню, блядь, чтобы, блядь, там сидели люди, им было скучно. Группа New Mind Look. Ты не знаешь ли хороших скинмейкеров случайно? New Mind Look группа. Ну вообще, мой скин собран из 3 скинов подписчиков, и потом Соня мне перерисовывала. Соня работает в группе New Mind Look. Ты говорил, я должен озвучить штрафы или... Да, да, я енотис. Он ее даст, либо я тебе могу сообщение в ВК скинуть. Какая разница, какая разница? Как тебе какая лучше? Какая разница, ёб... Чебоксар, ты чебоксар. Ты чебоксар, ты чебоксар. Это ты чебоксар. Что? Я не чебоксар, я просто... Я не чебоксар, я просто хожу, блядь. Книжечку. Я сейчас должен зачитать вам книжечку. Вы должны выплатить сейчас штрафы поднимите. Как можно быстрее, потому что вас забанят. Короче, смотрите, если вас забанят, то вы можете разбаниться только при условии того, что ну, вы зайдете и сразу штраф выплатите. Или даже до своего захода. Но я не знаю, как это будет делать, поэтому лучше сейчас выплатите штрафы. Штрафы не выплата более 2 недель. Хаки 20776 ара. Кирита, 6 аров. Ну, прикиньте, за 6 аров отлететь, блядь. Ну, вы можете выплатить, блядь, 2 недели? Ну, пиздец. Снупич, 2 ара. И Ситрус, 0,29. Ситрус забанен. Забанен, забанен. 288 аров. Атака. Вот, спасибо, я зачитал. Сколько, какой срок, Кирилл? У меня на фоне суд. Срок выплат как бы уже прошел, поэтому, не знаю, если они успеют, ну мне написать, это как мне Гена ответит, тогда извиняюсь. Мне лучше написать. Куда жестко выплачивать 2 ара за штраф? Сейчас прямо. Вот, и смотрите, что я теперь могу делать. Я вот здесь настроил. Ну, короче, защита такая нормальная, у брат Хуйкина спиздил. Я, если честно, даже такое хочу, но это тяжелее сделать. Но я такое хочу сделать даже на обходы. Ну, допустим, я иду в галерею артов, да? Кирилл. Не, ну лицо не разобрать, так что я думаю... А ну-ка, если... Ну, вот так понятно становится. Так, вот, видите, да? А теперь с блюром? Не, вообще, мне кажется, нормалды, реально. Ну, вот так вот, если приблизить, то даже лучше, чем... Ну, типа, пиксели размываются и становится хорошая картинка. Так, ладно, давайте-ка я, ну, попробую сейчас сходить. Так, на всякий случай. Извините, это там в галерее 18+ отдел. Я прошу прощения, да, что-то вам пришлось такие... звуки услышать. Алло, Рейвхуд, а ты можешь достать, чтоб я проверил блюр? Не, в принципе, если мне не приближать и держать ну, дистанцию слушайте, метр, поняли. То типа все, блюр работает. Давай, все, спасибо, всего доброго. Меня чебоксаром называют. Я вот так же уже проходил, и тут просто люди танцевали, я с ними 10 минут потанцевал, они поставили 3 трека, ну, вот такой вот вайп СП. Просто люди по кругу стоят,
танцуют, танцуют, танцуют. При этом не разговаривают друг с другом, просто анимацию не прокидывают. Гоняйте, пацаны. Еще мне не нравится, что вот тут вот рамки убрали. Подвезете? Да, давайте садитесь. Можно? Спасибо. А вот мы чуть дальше города от сотни. Ну я лодку вам оставлю, езжайте. Ну да, спасибо. Нормально. Все, всего доброго. Я вот тут вот сейчас выйду, а вы дальше идите. Все, пока. Благодарю вас. До свидания. До свидания. Нихуя себе, даже нормальный Чебоксар. У меня в рекомендациях высветилось видео «Самая медленная лестница в Майнкрафте». Там каждый подъем лестницы — это один пиксель. И он типа сделал с нулевого уровня, с бедрока, подъем по этой лестнице. Этот подъем занял 30 минут. Я не знаю почему, но я хочу такое сделать на СП. Это будет пиздец дорого, и кто поднимется дальше всех, тот получает ары. Кому не надоест 30 минут идти по лестнице. Это тупо, но вообще, если всем городом собраться, ну, кому понравится эта идея, и просто схематрон в миллион блоков поставить и ходить ставить блоки, ну, это типа будет здорово. Слушайте, теперь смотрите, тут как хорошо зеленью нагромождено. Надо с костной мукой пробежаться и потыкать здесь костной мукой, вот так, тык-тык-тык, чтобы тут трава росла, потому что без травы в Майнкрафте, ну, как-то пустовато выглядит. Я, короче, на стриме, знаете, смотрел 2 часа копибар и скачал ресурс пак. Бля, ну я бы тоже бы 2 часа копибар бы посмотрел. Окей, pull up, after party. Да-да-да, Артурчик, именно. Мы сделали даже арт меня копибар. Артурчик, Пас, а ты не знаешь, что вот это вот такое? Я хочу поздравить Гути с днем рождения. Я ему тортик хочу приготовить. С какой победой? А на турнире мы со звездой как-то выиграли Майншилд. Реально? Да, там пиздец. А ну-ка, полный. Давай по пути рассказывай. Ну, короче, пипец полный. Мы, короче, залетели на турнир. Мы, ну, нас, мы все пустились под конец, но не под конец, а на одной игре. Мы встретились с лицом-лицом с Майншилдом, и мы их вынесли. Не, ну, блядь, а у вас другого еще... варианта даже не было, кстати. А еще мы, короче, под конец на Скайварсе мы играли, к нам зашел Нео, и я, ну, всю игру, весь турнир пропускал Майншилд, отзывал их, и Нео зашел и говорил, блядь, мы такие токсики, нахуй. Правильно, правильно, далее. Правильно, правильно, правильно. Я все, сказал, что Нео заскаивал бабу. Чё-чё? Чё, я не слышу, блядь? Ладно, неважно. Я хочу Нео в 22... Нео заскаивал бабушку из Сбербанка. Да? А, это правда, да, это такое было. Гляньте, Артурчик, что сегодня, блядь? Окей, pull up, after party. На, скачай трек. Да-да. Каким образом Артур попал в турнир, блядь? Я хочу на день рождения приготовить лично, типа, тортик. Ну, своими руками. Не купить торт, а вот приготовить. Свечку поставить и найти, где Гути, и ему, как бы... задарить. Так, ну шо, поехали по центру. Алло, здравствуйте. Аукцион! Сколько процентов джетба я могу себе с него забрать? Да, восьмая. Да, это прям мне? Во-первых, что у меня с лицом? Ладно, неплохо. Всем здравствуйте, дорогие любители скама и заработка миллиона денег. И начинаем тогда мы с игрока под ником Грейман 6. Два или три лота максимум человек, или один? Ну, пока давай по два. Давай, два потом, лота. Если займемся, будет один. Да, кто хочет продавать? Видимо, Грейман не хочет. А вы хотите, тузик, что-то продать? Ничего себе, давайте покажите, что у вас есть. Здравствуйте, Трезубец, без починки, на тягун 3, прочность 3. Могу показать? На полстака. Полстака начальная цена, кто даст больше полустака аров? 36 аров огородник дает, 37 аров героин 2001, 40 аров огородник, 40 аров огородник раз, 40 аров огородник 2, 40 аров, огородник, 3 продано огороднику за 40 аров. Вот смотрите, какой полицейский. Ничего себе, берушка. У меня RP Kickstart, сейчас выложу все. Это все. Собственно, вот такой вот, сколько начальная цена? Ноль.
0. Кто даст больше 0, пожалуйста? Есть ли у нас 10 арбузик дает? 10, 15 тузик, 15, 16, 20 огородник, 20 огородник, раз, 64 ара сразу, в Дяне 64 ара, раз, два, три, продано в Дяне за стак аров. Гляньте, какой крутой гусяк. Да, давайте сейчас, секундочку, вас замучу, блин. Так, я продаю шалкер топовых кирок, все кирки топовые, на шелковое касание удачу, вот можете подойти посмотреть. Сколько вы за все это добро хотите начальную цену? Так, начальная цена 270 ар. 270 аров дает арбузик, а 270 аров это сколько? А, вы, это не 4 стака, это... 270? Это 4 стака и 14. А можно от себя продать просто, ну, чтобы разогреть аудиторию, так сказать? У меня есть просто топовая книга, я ее, ну, действительно прочитал. Оригинал книги «Как чесать яйца». Тут описаны два способа чесания яиц, чтобы кайф было. 50 аров уже Аривакин дает. Сколько страниц? 6 страниц, как чесать яйца. 64 Теодория. Теодория, прошу, вот вам оригинальная книжка. Хрыч, 5000 левел, пожалуйста. Получается, первый арт, вот это арт с какающим Моргенштерном, получается. Который вон там вот можно купить. Ну, он старев продается, но дело в том, что начальная ставка 20 ар, поэтому вы можете купить его по скидке. Какающий Моргенштерн, 20 ар начальная цена. Троллер 20, 21 Грейман. Грейман 21 раз. Грейман 21, 22 троллер дает. 32 ара Артикс. Продано Артиксу, какающий Моргенштерн, за 32 ара. Следующий лот тоже арт. Арт, короче, 18+. Опа. Аривакин, 60 аров. Раз. Здравствуйте. А вы богатый, да, Аривакин? Я вот что-то вас до этого не видел, конечно. Так, ну и последний лот от вас какой? Последний лот это получается договор на покупку территории, на которой возможно находится клад. Таких всего договоров 5. На прошлом аукционе уже был продан один из 5, в двух из них есть клад, в котором содержание больше, чем 64 ар. Вы можете содержание заработать. И получается, на прошлом аукционе, спойлер, тот договор, что купили, там уже клада не было, так что ваши шансы повышены. У вас уже не 1-5, не точнее не 2-5, а 2-4. Прикольно. Начальная, а сколько родилось? Начальная ставка данного договора, на котором вы можете же крутой клад, там, в общем-то, 32 ар. Ну, нормально. 40 уже трубан дает, 35... А, нет, 40 трубан, раз. 40, 50 срако 888, я так понял, стримеры захотели, ну, чисто контента купить. Как-то 50, 3 продано сракти за 50. Все, нормально, спасибо, Хрыч. Вот кто из вас двоих? Да, всем здравствуйте, я хочу презентовать свою коллекцию артов. Это они самые безопасного первые... содержания? Они безопасные, да, я вот поставлю на эту сторону. В чем заключается суть коллекции? Коллекция будет сделана из 15 артов. Суть данной коллекции будет в том, что обладатель всей коллекции, а арты, они лимитированы, каждого по 14 штук, некопируемые, с возможностью перепродажи. Каждый, кто будет иметь всю коллекцию, может пак карточек, которые я выпущу, сжечь, который тоже будет лимитирован, сжечь и получить его в IRL. Вау. Так, вот, и вот это первая картина весь, в коллекции. Вы всю картину, да, продаете? Да, да. Начальная ставка 0 аров. 128 уже Аривакин, 200 аров дает. 350 аров трубан. 350, 400 аров, Аривакин 401 ар, 420 аров дает Резия, Артикс 431 ар, 440 аров Айрезия, 441 ар Артекс, 442 Арезия дает Рузия, 443 Артурчик дает, нихуя себе, 444 Рузия, 445, ничего себе, 450, 512, 520 Аривакин, 555 Артекс, 560 Рузия, 560 Рузи, 666 Артикс, 777 Рузи,
777 Рузи, раз. 800 Аривакин. 888 Артикс. 999 Рузи. 1000 Аров Артикс. 1111 Аров Рузи. 1112 Аров Артикс. 1224 Рузи, раз. 1224 Рузи, два. 1224 Рузи, три. Продано. Рузи за 1224 ара. Гений скама. Развел. 19 стаков. Застамил. Я забыл еще сказать. На аукционе я продам. На аукционе будет продано сегодня три таких арта. Ну, я напомню просто, все арты, которые я буду создавать, они будут лимитированы, потому что я не хочу, чтобы арты, на которые я трачу время, стоили, ну, как фантик, грубо говоря, и чтобы их было очень много. Просто со временем будет тогда приятно видеть арты где-то этот, на какой-нибудь базе старой. Через, например, полгода или больше. Пиздец. Вот. Ну да, я согласен, вы крутой. Так вы сейчас еще такие же продаете? Еще две штуки, да. Так. Мега скам. Все, Рузи, я вас поздравляю, реально. Ну, до свидания. Осталось еще 14 артов таких собрать вам и купить саму карточку. Вы столько денег унесете, РНК? А, вообще нет, можно банкира будет сразу же позвать. Так, и ну, и собственно, охрану. Такой арт реально. Начальная цена, как всегда, ноль. Да, да, ноль. Да, кто даст больше нуля? 100 уже дает Аривакин, 101 Артурчик, 120, 220, 250 Трубан, 333 Артур, 333 Артурчик, раз, 500 Аров, Нисер, 501 Артурчик, 501 Ар, Артурчик, 2... 501 ар Артурчик 3 продано Артурчику за 501 ар. Если что, это 7 стаков 53. М? Не рассчитал. 7 стаков 53. Давай, Артур. Это я могу забирать? У меня вылетел Майнкрафт случайно. Нет, блядь, Артур, ты плати бабки, сука. Да у нее нет. Деньги на стол. У меня нет. Джам. Артур, могу в кредит дать. Плати друзей. Джет, а что у нас заскамил, за такие скамы делается? Джет, у нас, могу забрать, ну, как минимум X2, потом, ну, банчик. А, ну в таком случае сразу вы должны будете заплатить теперь X2, Артурчик. Ну, три дня давайте дадим. Ну да, где-то молодого дня. Не, ну мне кажется, можно даже недельку выдать. 1002 ара, Артурчик, вы должны в казну, пожалуйста, отправить за неделю. Тогда перепродаем. Вот, 300 аров Майчуп Юте. Что такое 122? Майчуп Юте... Артурчик. Артурчик, пошел ты нахуй, ЧС этих, ну ты понял. Майчуп Юте 3 старов продано, извините. Ну и, собственно, у вас еще один такой же, да? Да, и последний, да. 0 аров начальная цена, кто даст больше 0 аров, пожалуйста. 50 троллер дает, 50 аров, 100 аров дает Корнишон, 350 Аривакин, 350 Аривакин, 3 продано Аривакину за 350. 5 стаков и 30. Да. Все, красиво. Киндризи, что-то хотите продать сегодня, видимо, да? Да, хочу. Давайте. Первый арт, можно получается смотреть? Да, да. А можно эксклюзивный рамку, может быть, мы поставим? Рамки нет, есть какой-нибудь рамка? Я поставил. Так, он некопируемый. Некопируемый и неизменяемый, эксклюзивный, он уже снесен. Все, сколько начальная цена, пожалуйста? 10 аров. 10 аров начальная цена, расходитесь, пожалуйста. 20 аров уже дает Корнишон. 20 аров Корнишон, 25 Грейман. 100 аров Аривакин, раз. 100 аров Аривакин, два. 100 аров Аривакин, три. Продано за 100 аров Аривакину, пожалуйста. Дальше, следующий арт. Санс из Андертейла и подпись со смыслом. 10 аров начальная, 15 уже дает Грейман. И 25 аров, Корнишон, 3 продано Корнишону за 25 аров. Я думал побольше. Должен сказать, вот, что я неплохо справляюсь. Ты здесь и ни разу не умер. Да. Со смыслом. Получается, джет. Так, ну и последнее, что у вас, Кендризи? Последняя книга с анекдотами. А ну-ка, пожалуйста.
Какую страницу зачитать? Кто первый напишет в чате? 21-ю страницу первую написали. Повышение цен. Старинная русская забава. Но при Сталине цены падали. Не до забав тогда было. Ха-ха-ха-ха. 5 аров начальная цена. Сборник анекдотов. 100 уже дает Аривакин. Теодория 101 раз. Теодория 101 2. Теодория 101 ар. 3 продано Теодория за 101 артикс. Блять. Так и 30. Ты в черном списке аукционов отныне. Какого хуя ты что-то пишешь, блять? Ну, я продаю арт, ну, мелкого из Газманова. Ты чё, охуевшая, блядь? Но она только у тебя или у тебя? Два экземпляра этого арта всего? Да, больше нету. И ладно, уже снесено все. Все, хорошо. Мелкий из Газянов Бразерс. Какая так начальная? Уже 130 так дают. Аривакин 130. 140 Теодория. Теодория 140 аров раз. Теодория 140 аров 2. Маловато. 150 аров. Али Ельс в галерею, да? Вот. Не копируемый арт, кстати. Ну да, Али Ельсис нормальный. 150 раз. Аривакин 200 раз. Аривакин 200 2. Аривакин 200 3. Так, книжка от Эквалайзера. Оригинал, подписанная за свой же бан Эквалайзера. Ну, то есть, блядь. Ладно, там хорошо, Эквалайзер А он был забанен в итоге или нет? Да, он был забанен до того, как не получит паспорт. Вот. Хорошо. Ну, короче, 25 аров Корнишон, 60 аров Аравакин, ну, короче, да, вот этот Аривакин, 64 Срако, 80 Арио Стерео Мастер, 80 аров Стерео Мастер раз, 80 аров Стерео Мастер 2, 80 аров Стерео Мастер 3 продано. У вас давайте есть еще я последний. Вот... Да, да. 48 алмазов, начальная цена 1 ар. 5 аров дают. 10 аров троллер дают. 12 аров Корнишон. 40 аров Френкус. Спасибо на колонках, круто. Френкус 40 аров раз. Френкус 40 аров 2. Френкус 40 аров 3 продано Френкусу за 40 аров, пожалуйста. Следующий. Кто тут? Да, алло, да, здравствуйте. Это можно смотреть? Я не знаю, 50 на 50. О, я такого не видел. Это будет в единственном экземпляре у одного человека. Копия есть только у нас, но как факт, что мы ее создали. Вот, получается. Арт некопируемый. Единственный экземпляр на сервере. Блин, ну я бы даже прикупил бы, если честно. 100 аров начальная цена, 400 аров хрыч уже дает. 400 аров хрыч раз. Блин, ну неплохой арт у себя такой. У меня выгодное предложение, значит, такое, как зачарованная книжка, да, защита 4 с надписью «Абэмэ». Вот. И прилагается наковальня, на которой она была переименована. Опа! Так, 1 ар, 10 аров дает карту. Я сейчас сделаю так. 20 аров. Трубан 215 аров. Нет, блядь, нет! 215 аров. Да, блядь, нет, сука! Кто даст больше? Да, сука, убери, удали нахуй! Минус трубан. А, ладно, Аривакин 20. Аривакин 20. Спасибо. Раз. Аривакин 20. Штрафом 200 аров. Два. Аривакин 23. Продано Аривакину за 20 аров. Жесть, спасибо, выгодное приложение. Ебал, блять, охуенно. Так, следующий это трубан. Я. Аккуратнее, у нас опасный арт. Опасный. Арт от представителей города Акихабара. Арт 18+, так что прошу всех, у кого включен стрим, выключить. 18+, риск включить. Да, ладно. Отойдите, пожалуйста, я не могу арт поставить. Это family friendly, да, типа, то есть? Отойдите, пожалуйста. Димочка, пока, Витя. Можно спросить, от желтого круга будут люди набираться? Отойдите, арт 2 на 2. Первый, 2 на 2, 18+, арт на СП, который был построен зайцем. Уважаю. Называется арт 21 или очко. Всего их существует 32 штуки. 150 змесан раз, 150 змесан два. И 150 змесан 3 продано, 21 змесано. Ну, блин, неплохой. Ну, ебать, я вернулся, и как бы я росписи, ну, только одну сделал. То есть,
Сейчас это будет пиздец, дорогая вещь. Роспись. Да, моей маме я нужен, например. Да, да, да. Да, да, так что 0 аров. 0 кстати, аров, начальная цена росписи Трубана 12. И с вас книжка, да. Ага, даже так. Корнишон 20 аров. 22 хрыч, 23 корнишон. 25 хрыч, 26 корнишон. Фанаты, видимо. 26 корнишон, раз. Я его не знаю. 26 корнишон, два. 26 корнишон, три. Три продано корнишону за 26. А, еще вот есть еще одна такая вот интересная тема для того, чтобы меня затроллить ну, на моем стриме. Суть в том, что я хочу продать право убить меня в любом месте, в любое время. Как вам такое? Ебать. Кто даст больше одного ара? Блять, только не звезда. Лобо 32. Какой лобо, блядь? Звезда 33. 40 аров Роулин. 64 звезда. 65 корнишон, 100 аров звезда, 128 лобок, 130 звезда, 130, 200 аров Рузи, 200 аров Рузи, раз, 200 аров Рузи, два, 200 аров Рузи, три продано Рузи за 200 аров. Так а книжка будет, типа там, что я имею право или как? Да-да, мы там сейчас все решим. Да-да-да, там что-то да, сейчас да, будет. Да. А, псинки, копируемые, некопируемые там какие? Некопируемые. Так, 5 аров начальный, 10 аров за собачку дает корнишон, 10 аров за собачку раз, 10 аров за собачку, 11 аров мулчук, 13 аров френкус, 20 аров корнишон, 20 аров, 21 френкус. 21 ар, 22 корнишон, 25 френкус, 26 корнишон, 30 аров френкус, 31 ар корнишон, френкус 45 раз, френкус 45, 2, 46 корнишон, корнишон 46 раз, 50 френкус, 50 френкус раз, 50 френкус 2, 50 френкус 3, продано френкусу за 50 аров. Кайф. Все, есть у вас еще какая-то собака? Джетпа, забирай. А, ну, я не знаю, можно ли... Давайте по рофлу. Давайте продаю по свой паспорт. Паспорт. Вы чё, ёбнутый? И вас сразу задерживают коперы за то, что вы беспокоили. За сколько продаете свой паспорт? 5 ар начальная ставка. 5 аров начальная, 10 аров Кендризи, 50 ари Вакин, 52 срако. Продано 52 ара срако, покупаю чужой паспорт. Ого, моя позиция закончена. Сколько штраф за то, что нету паспорта? 4. Покупаю. Это сопельки Ферамира, 48 штучек, личный. Сам у него забирал. Начало это 1 ар. Кто даст больше? 10 корнишон дает за сопельки Ферамира. 12 аров корнишон раз. А, нет, огородник 12 аров раз. Огородник 12 аров, 13 корнишон. 15, 20 огородник. 20 огородник раз. 20 огородник 2. 20 огородник 3. Продано огороднику сопли Ферамира за 20 аров быстрее. Так, Фанфурик, давай. Я забираю, да? Фанфик, СП-сквад, получается, с Эмилианом и... как там? Его судьба уже решена. Так, СП-сквад момент, оригинал, действительно. Автор Фанфурик. Какая начальная цена? 1 ар. Так, 10 дает както, 11 корнишон, 15, 16 както, 17, 20 орден Карла, 20 орден Карла, раз, 25 курсит... 40 аров, орден 41, Теодория, 42 курсит, 45 орден пениса, орден Карла 46 курсит, 40, 64 орден Карла, 64 раз, 64 два, 64 три продано к ордену Карла, как-то вы поздно. Орден Карла, пожалуйста, забирайте. Сколько там страниц вообще, интересно? Непонятно. Там 14 страниц. Ой-ой-ой. Так, забирайте, пожалуйста. Спасибо, Кирилл, то, что продали мою книжку об яичках. Mm-hmm. Так, первый мой лот, арт. Его еще нету в ТФ, но он скоро будет, и вы, возможно, станете первообладателем его. Mm-hmm. Вот такой вот артик. 32 ара дает как? Кто за арт уебок? 32 ара, раз. 32 ара, два. 34 ара Нокси Клауд.
Вот это что за алмазный писюн тут? Это мне, наверное, просто подарок. Спасибо. Вот 34 ара. Кто спиздил? Да кто это делает, блядь? Кто это делает, сука? Я же проверю. Все, я проверяю. Тебе пизда. Звезда! Блядь, я понял. Он под этой сидит, Джетба. Звезда что сидит прям под бочкой. Где ты? Значит, Турбан меня предал. Я его просил, просил. Первая роспись Трубана на СП. Самая блять, это первая. Что такое? О, так он первая. Наебал, получается. Покажите, да, пожалуйста. Да. Дайте вот. Можете взять, да, прочитать Трубан, там. Трубан, оригинал, действительно. Там даже дата написана, когда он это сделал. Опа! У, сука. Сканер, да, блядь? Роспись Трубана на ее... Да что это за хуйня, блядь? Это да, вы роспись взяли или кто-то как бы украл? Нет, еще. Я менял ник, как всегда, гриферит. А, украл кто-то только что. Ё-моё. Корнишон отсюда забрал подписанную книгу 0.28 минуты. Как ты ее купил? В смысле, ты ее купил? На каком аукционе? Так это другая совсем. Корнишон, возвращай! 32 ара, Теодори, ты продана, Трубан офлайн. Ну, у меня непосредственно два лота. Но я не знаю, какой из них интереснее. Быстрее. В общем, у меня есть коллекционный сет, непосредственно Луи Виттон, да, вот, можете заметить. Он фулл стоп чарами, можете его чекнуть, там даже ботиночки, там вообще песня. Угу. Ботиночки нету. Починки на ботинке, плюс там скорость души, ну вот это все подряд. Короче, вообще песня. Так, нормально. Так, и что вот, вы за это хотите? Это чисто коллекционный сет. Ну, я не знаю, стартовая цена пусть будет... 50 ар. Кто даст больше 50 ар за вот этот вот коллекционный сет, пожалуйста. Реальный 54 дает. Все, давайте быстрее дальше. Джет, посчитайте бабки. Следующий судохуйс. Меня Нина Жучкова заскамила. А как она? Что-то моя мама. Каким образом она вас заскамила? Развела на секс. Родила. Правда? Тоже даю. Сколько вы готовы дать мне за то, что я его сейчас замутил? Начальная цена 2 ар. 15 аров корнишон, 15 аров корнишон, раз, 16 аров курсит, 30 аров орден Карла, 45 аров корнишон, 64 продано дрочилке за 64 ара, пожалуйста. 3500 дали. Так. Действительно, дрочилка дал 64 ара, нихуя себе, спасибо. Так, Блэк... Можно я зайду? Да, можно, нет. Дьябло... Вы меня скипнули, да. Так, вот давайте начнем с того, что я не знаю, кто такой меня я. Вот, ну, может быть, вам непонятно? Вот сидит толпа людей. И чел говорит, почему вы меня скипнули? Кого нахуй? Окей? Перед вами в Серикурске. Так, вы где стояли? Покажите. Вот где вы стояли, когда я вас скипнул? Вот тут. А это не лампочка, так что до свидания. Вот передо мной 100 человек. Я слышу откуда-то. Почему вы меня скипнули? Кто, блядь? Кто я? Кто меня, блядь? Кто это, нахуй? Ну это пиздец, сука, Вы возле меня проходили и скипнули меня, сказали... Да, я специально. Блэк Диабло. О, реально, спасибо. Здрасте, у меня один лот, это арт. Вы меня пропустили. Где вы сидели? Вот здесь, блядь. Я шел по внешнему кругу, и есть внутренний круг. Вот, ну и прикиньте, вот, да, вот здесь вот точечки, как бы, вот точечка, вот точечка, вот точечка, вот точечка. Вот, я прохожу вот этого, 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 вот этого. Ну, понимаете, да, логику? И тут чел говорит, вы меня пропустили! Я у него спрашиваю, где ты сидел? Он говорит, вот здесь. Вот такой вот, можете оценить. Он не запрещенный, он не копируемый. Вот, и в 5 экземплярах всего лишь. Угу, один в музее. Да, какой. Блять, кто это какая сделал, начальник? Нахуй? 64 ара срако раз, 64 ара срако два, 64 ара срако три, срако продано. Звезда, отойди отсюда, пожалуйста. Мне слышу лот. Заспавню визор, я построю здесь визора. Начальная цена 1 ар. Ужас. Все, уйди отсюда. Почему уйди? 28 ар. Ну, звезда, но это не смешно. Ну, проведи. Это не смешно. Я тебе серьезно говорю, это бизнес. Я тебе просто хотел показать кое-что. Ладно, хорошо. Так, вы рассчитались там? За книжку, как там, Фрэнкус будет платить или нет? Фрэнкус, алло.
Джедба, записывайте Фрэнкусу X2 в казну. Короче, и... я так понял, что он давал 3,5. Ну, блядь, мне вообще похуй, сколько он давал. Там была оценка. Так, я продаю трезубец 0 прочности. Трезубец 0 прочности, баг. Смотрите. Действительно, трезубец 0 прочности. А, начальная ставка, ну, давайте 10 ар. 17, 20, 32 троллер, 40 орден Карла. Фрэнкусов, членами список аукционов, запишите, пожалуйста. Орден Карла, 40 ар. Ну, какой-то не окуп. Все, спасибо. Да, здравствуйте. Так. 12 аров дают. 15, 16, 20. 20 корнишон, 26, 27, 28, 32, 34 Spilford Dress, 34 Spilford 2, 34 Spilford 3, продано за 34 ара Спилфорду, и нормально. У вас есть еще лот, Скала Джонсон? А, да, есть. Давайте, что у вас еще? У меня пылесос есть, пылесос, иди сюда. Пылесос. Пиздец. Так, ладно. Мой лот, паспорт Аривакина, с его прошлым ником. 21 ар корнишон, раз. 21 ар корнишон, два. 21 ар корнишон, 22 ара корнишон, раз. 22 ара корнишон, два. 23 ара корнишон, раз. 23 ара корнишон, два. 24 ара корнишон, раз. 24 ара корнишон, два. 25 ара корнишон, раз. 25 аров корнишон, два. 26 аров не будет, поэтому... А, нет, 26 аров будет, корнишон. Будет, будет, будет. Раз, 26 аров корнишон, два. 26 аров, 27 аров корнишон, раз. 27 аров корнишон, два. Сейчас, секундочку. Игнория, ага, Атрикс. 28 аров корнишон. Три продано корнишону за 28 аров. Извините, Аривакин забрал паспорт из бочки. Да, действительно, украл лот. Возвращайте. Аривакин, возвращайте паспорт ваш. Он, как минимум, уже недействителен. Потому да, что давайте быстрее возвращайте уже. Вы украли лот. Или вас сейчас это упакуют не его паспорт, вот по правилам Минюста, его не паспорт может. Недействителен, так как у него новый ник. А вот тогда вы курсит. Курсит О. Да, здравствуйте. Угу. Ну, у меня Артик, лучший экран, да, скрыть. По моей ошибке, только половина арты копируема, а вторая половина карты больше, ну, нельзя скопировать, потому что я дурачок. 25 стереомастер, и в руках его не держите, пожалуйста. 36, 40 стереомастер дает. 40 раз, 40, 2 стереомастер, 43 продано за 40 стереомастеру. Так, вы вот что я продаете? Я сейчас сложу все книги. Тут два ряда книг, плюс одна книга и звезда на зеро книги на разные зачарования. Два ара, got you ten. Три ара, как-то. Три, четыре ара. 5 аров, представляете, 9, 12, Теодори, 13 аров, тупо Рейглекс. Артур, какого хуя ты меня бесишь, блядь? Съеби нахуй отсюда, блядь! 20, блядь, аров, секс-бомба, 3, 1, 3, 3, 8, секс-бомбе продано. Добрый день всем. Смотрите, в общем-то, у меня вот такая вот крутая пушечка, лук фуловый на починку. Это прикол из Ксепспа. Вот. Все увидели, да, я надеюсь? Да. Ну вот, у меня в руках такой крутой он. Так. Начальная ставочка 1 ар. 21 ар стереомастер, 22 ара год ЮТ, 25 Крисия, 25, 28 секс-бомба дают, 28, 30 стереомастер. Продано стереомастеру за 30 аров. Кстати, почему-то я думал, что должно быть, когда на нее смотришь, FPS должны проседать, а они не проседают, интересно. Я тоже так думал. Да, прям. Но она красивая. Да. Добрый вечер всем. Сегодня продают вещь, которую никто еще сегодня не продавал. Это зачарованное золотое яблоко. Еба. Начальная цена, давайте, будет 64 ара. Стереомастер уже дает 64 ара. Продано стереомастеру за 64. Вы еще что-то хотите продать?
Ну вот, было бы неплохо. Ну все, Джетба, проведете дальше? Всем всего доброго. Короче, пишет чел. Говорит, сегодня проведешь аукцион? Я говорю, да нет, давай перенесем. Болтаем, типа, на когда перенести. Утвердили на какую, ну, то, что на завтра на 19.00 переносим. И только потом я замечаю то, что этот человек не работает в Торговой Федерации, блядь. Это ССП-4, глава Торговой Федерации мне написал. Я бы ему нахуй сейчас бы все тайны, блядь, рассказал бы. Вообще все бы ему бы объяснил, когда. Ну, прикинь, блядь, с челом просто. Ну, я ему пишу уже в конце, когда мы все утвердили. Я ему пишу, стоп, а ты вообще нахуй кто такой, блядь? Ну, я просто намекаю то, что меня в армию точно брать не надо, я все выложу нахуй.